В Берлине в результате столкновений пострадали 123 полицейских. Демонстрация сторонников левой идеологии, проходившая в субботу вечером в ночные часы, закончилась стычками со стражами порядка. Поводом для проведения акции протестов, в которые принимали участие около 2000 человек, стали планы городских властей по принудительному выселению из нескольких заброшенных зданий. Сквотов на улице Ригаерштрассе порядок обеспечивали 1800 полицейских. После того, как согласованная демонстрация завершилась, сотни участников из числа левых радикалов вступили в противостояние с полицией в районах Фридрихсхайн и Кройцберг. Стычки продолжались до утра. В полицейских летели камни, бутылки и пиротехника. Было сожжено как минимум 4 автомобиля. Задержаны 86 человек. В полиции заявляют, что эта демонстрация была самой агрессивной из всех прошедших в Берлине за последние 5 лет.